Ну что ж, этот этап очень важный. Этот этап очень важный, потому что участников полуфиналов, ну, сами для себя вспомните и решите, помнят практически все любители футбола. Выбывших в четвертьфинале не помнит никто. А ведь уже теперь надо идти вперед, надо теперь уже претендовать на победу главную, потому что в группе можно было решать локальные задачи. Но если ты уже в восьмерке, то не думать о первом месте просто не позволит. Вот она, великолепная восьмерка. И сегодня мы смотрим встречу очень непростым. Я не знаю, слышали вы эти слухи или нет, хотя если они дошли до меня, то почему не дошли до вас, но они велись. Резервный голкипер команды вроде собрался на пенсию после этого сезона. Сам же он пока по этому поводу комментариев не дает. Воплощение тренерских идей. Все это для будущих полутора часов. Игра началась, и нас ждет интереснейшее зрелище. А ворота-то были совсем рядом. Какой же защитник молодец. Кстати, защитника надо было быть поаккуратнее, потому что стандарт отсюда весьма опасен. Очень грубый подход. Игры в мяч там близко не было. Но тут у рефери не было никакого выбора. Никто бы не понял, если бы он не свистнул сейчас. Самоа. Ну и вот играют друг с другом вдвоем. Так, молодец. Удар! Удар, но мяч встречается с защитником и отскакивает. Кирилл Камбаров. И побольше разговоров нет, но что случилось, то уже случилось. Ух, как жахнул. Чуть выше, но все равно очень опасно. В динамике выглядело довольно опасно, но по сути это удар по воробье. Почему бы игроку Ювентуса не ударить? Это даже не перехват, это просто подарок какой-то. Будет гол, наверное. Защитник перехватывает этот мяч. А Самоа? И на пути мяча защитник оказывается.
Кирилл Камбаров. Асамоа. Глушаков. И Ювентус создает опасный момент. Аут. Из-за боковой поглядим, как команда сумеет выбросить аут. Кирилл Камбаров. Урадо. И обратно. И вратарь прямо нападающему сопернику пасует мяч. Думаю, надо бить и забивать. А вот удар. Вступает вратарь в игру. Красавец. Хорошо, что вратарь дергаться не стал. Я не знаю, что бы было, если он на месте остался. Но если бы вот туда-сюда, точно были бы неприятности. Очень уверенный в себе товарищ. Соперник теряет мяч в середине. Кирилл Камбаров. Обратный пас. Асамоа. Жесткая борьба за мяч продолжается. Никаких проблем у вратаря не было. Спокойно забрал мяч в руки. И из дриблинга в удар сейчас вложится игрок. Я практически в этом не сомневаюсь. Киеллини. Вот за что люблю и уважаю Джорджо Киеллини. Так это за то, как он подключается к атаке. Это надо видеть. Глушаков. Бакетти. Ромуло. Не удалось игроку с собой разобраться, не говоря уже про мяч. Чуть не рухнул. Самоа. Наброс на Тевиса.
Урадо. Самоа. Ах, как хорошо. Бей! А это гол! Гол заслуживает того, чтобы увидеть его еще раз. Кирилл Камбаров. И в таких случаях трибуны всегда взрываются аплодисментами. И если пробьет отсюда, может быть очень опасно. Зарабатывает команда очень опасный стандарт. На одну секунду расслабишься, и вот, пожалуйста, дважды подставил команду. Сам удалился и опасный штрафной. И этот штрафной может принести команде гол. Причем, судя по позиции, это верный гол. Посмотрим, что принесет вот это тренерское решение. Разумеется, там 9 метров не было, от силы 7, но важен результат, да и потом так всегда бывает. И мяч уходит на угловую. Вот это шанс! Головой наносит удар! Филипп слегка задевает. Может быть, заваливаться-то было не так серьезно. Позиция-то была подходящая. Я вообще удивлен, что у него голова осталась на месте после этого удара. Урадо. Порой бьют успешнее. Ромуло. Ситуация-то была очень опасная, а по тому, как вратарь мяч забрал намертво, кажется, что и не было ничего. Давайте подождем, чем эпизод закончится, пока непонятно. И по флангу развивается атака. Конечно, лучше, когда передача еще и с продвижением происходит. И опекуна рядом больше нет. Урадо. Урадо.
Достаточно жесткая борьба идет за этот мяч. Ну, тут прогнозировать очень легко, потому что других вариантов развития событий просто быть не может. Давай не думай, там партнер. А Самоа? Зажигает линейный флажок, офсайд. Денис Душаков. Ромуло. Хороший проход, и явно он нацелен на удар по воротам. Это шанс. И не только вратари должны преграждать путь мячу. Маленькая пауза перед подачей углового удара. Не думаю, что вратаря сегодня... Минимальное количество голов, минимальный перевес. Нас с вами ждет перерыв. По судейскому свистку Ювентус возобновляет игру. Только не торопись, не торопись, времени полно. И это штрафной. И после этого удара мяч в руках у вратаря. Кирилл Камбаров. Ромуло. Кирилл Камбаров. Смотрим за развитием атаки. Вроде бы в центр надо пасовать. Ну, тут надо было быть внимательным прежде всего. Думал, надо бить и забивать. Ах, искусно обработал. Из-за боковой поглядим, как команда сумеет выбросить аут. Ромуло. Ушаков. Курадо. Образцовый отбор показал игрок. Обычно защитников при этих подачах больше, но это ничего не значит. Не надо смотреть. Хороший момент. Ответный мяч. Вот он забит.
и шансы команд вновь равны. И это гол очень классным низовым ударом, забитый и без особенных шансов для голкипера. Все, буквально все было под контролем у этого футболиста. Какое чувство мяча и отличное попадание в нижний угол. При равном счете во второй половине игры шаг ответственный. Некое подобие стенки. Есть варианты. Вот, пожалуйста, вам демонстрация обводки. Вот это шанс. Выбили мяч из штрафной, защитники, опасность миновала. Получил, отдал, открылся. Закон футбола на коротке. Перекладина! Здорово. Выбрал позицию, прочитал передачу, совершил перехват. Достаточно жесткая борьба идет за этот мяч. Глушаков. И продолжает ситуация, вот этот эпизод, оставаться неясной. Кто завладеет мячом? Прочитал он эту передачу и легко ее перехватил. Денис Глушаков. Бей! Очень грамотно, спокойно, уверенно и очень красиво. Может быть, много вариантов при ауте. Ну и вот она, замена. Подает штрафную. Только что выиграл защитник борьбу за мяч и сразу же его теряет. А Самоа? Как будто переменился игрок, а во втором тайме ни одной ошибки в передаче. И Ювентус создает опасный момент. И будет борьба в штрафной после этой фланговой передачи. Защита бдит. И прострел перехвачен. Тот скажет, отбойная игра, и будет прав, но ничего постыдного в этом нет. Нельзя это промазать. Хороший навес, но защита на чеку. И вот потеря в центре поля. Давайте вместе с игроком подумаем, кто свободен, кто поддерживает, через кого атаку развивать дальше. Ромуло. Оп!
опасно. В красивом прыжке забирает мяч голкипер. И обратно. Пакетти. Жоао Карлос. Хороший шанс до удара. Дистанция не имеет значения, потому что позиция требует удара поворотом. Пас не удался, и мяч уходит в аут. Ясное дело, новый игрок – это новые силы, это свежесть, это, если угодно, адреналин. Ну, а тактические разработки – это тактические разработки. Как подкошенный футболист падает, похоже, потянул мышцу. А ведь контакта-то и не было. И неожиданно, и красиво. Хороши. Курадо. Свободный удар с угла вратарской. Разыграет защита. Пределы поля мяч покинул, свисток арбитра прозвучал, удар с угла поля. Вот моментище! Это может даже и вытереть пот со лба. Обратный пас. И теперь уже атака может покатиться в другую сторону. Игрок поспешил и залез в офсайд. Продолжится после введения мяча из-за боковой линии. Кирилл Камбаров. Широков. Эту атаку, но мяч еще в игре. Опасный момент. И с каждым годом, и с каждой минутой угловые становятся все опаснее. Пенальти был, и завтра вы об этом прочитаете в газетах.
пенальти это всегда лотерея. Но это не касается каждого отдельно взятого удара. В этом эпизоде просто повезло игроку атакующей команды. Очень хорошее, уверенное исполнение пенальти. Не по учебнику, конечно, но тоже неплохо. Может быть, одна атака осталась всего. Перехват в середине поля. Чаще всего защищающийся просто больше. Матч заканчивается, и каждый штрафной вдвойне опасен. Требует красную. Требует красную мало. Желтая, а ведь красная уже одна была. Вот как раз арбитр помягче поступил. Могло бы показаться, что просто побоялся команду оставить совсем. Ну, конечно, иногда нужно быть немножко политиком, чтобы принимать, что можно показывать ошибки. Но пока игра носит такой неопределившийся характер, и борьба за мяч, за то, кто им будет больше владеть, может быть, и решить исход поведения. Юр, ну, мне кажется, эта статистика весьма относительна, потому что мне, вот, есть у меня такое ощущение, что сначала одна команда вроде бы больше владела, потом другая начала больше, а в итоге, видишь, вышли на показатели 50 на 50. Финальный свисток арбитра. Вот сейчас многие начнут строить прогнозы по поводу полуфинала, а может быть даже и финала. Не спешите, господа. Ох, второй матч будет не проще. Ох, не проще. Согласитесь, неплохой матч мы с вами посмотрели. Надеюсь, что следующий, когда я, Юрий Розанов, встречусь с вами, уважаемые телезрители, будет еще интереснее. Меняет Ювентус счет на табло. И вот вам, пожалуйста. Юра Мовсесян.